Всем привет! Сегодня я вам хотела показать в своем видеоуроке начало всех начал, вязание спицами, платочная вязка. Вяжется она очень просто. К себе не требует высчитывания каких-либо петелек для раппорта провязывания. Очень простая в выполнении. Она сейчас очень актуальна. Используется она как для вязания шапочек-шарфиков, так и пуловеров, свитеров и так далее, детских кофточек. В общем, существует два способа, и я сегодня хотела бы вам показать более подробно, как вяжется и первый, и второй способ. Для небольшого образца набираем любое количество петелек. Я обычно набираю четное количество петелек плюс 2 кромочные. То есть для образца я наберу 14 петелек плюс 2 кромочные, то есть 16. 2 петельки вначале набираю на одну спицу, затем приставляю и набираю оставшиеся 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Затем разворачиваю наше вязание и вытаскиваю свободную спицу, на которой у нас нет первоначально набранных петель. Теперь длинный краешек натягиваем на пальчик. Первую кромочную я всегда снимаю. Теперь нить у вас за работой и провязываем за переднюю стеночку все петельки лицевые. Захватываем ниточку и все петельки лицевые. Провязываем за переднюю стеночку, захватываем заднюю и возвращаемся. Вот такими легкими движениями делаем лицевые петельки. Провязываем последнюю лицевую и кромочная, и изнаночная. Разворачиваем вязание, второй ряд. Первую кромочную снимаем и снова за переднюю стеночку провязываем абсолютно все петельки в ряду лицевые. За переднюю стеночку обязательно, чтобы у нас красиво, гладко и ровно ложились петельки. Так, продолжаем вязать все петельки лицевые. Обязательно не забываем первую кромочную мы снимаем не провязанной, а последнюю провязываем изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную снимаем и снова все петельки лицевые. Как вы обратили внимание, у нас узор состоит из всех лицевых петелек. То есть вяжите в каждом ряду просто лицевые петельки все. Вот у вас получается узорчик. Такой узор можно вязать двумя способами, повторюсь. То есть, если вы сейчас вязали все лицевые, то и вяжите лицевыми. Но второй способ я вам могу показать, что все петельки можно вязать изнаночными. То есть, к примеру, вы провяжете первый ряд изнаночными. Вот до конца. Провязываете изнаночными. Обычным стандартным способом нить перед работой и захватываете ниточку, провязываете изнаночную, кромочную также изнаночную, разворачиваете вязание и таким же способом провязываете второй ряд, то есть изнаночные, но уже обратите внимание за заднюю стеночку, чтобы у вас были не перекрещенные петельки, провязывайте за заднюю стеночку. Вот так вот. Нить перед работой за заднюю стеночку провязываете. Снова нить перед работой за заднюю стеночку. Нить перед работой изнаночную за заднюю стеночку. Нить перед работой за заднюю стеночку. Честно говоря, вам скажу, мне первый вариант намного проще дается и намного проще кажется.
Поэтому я всегда использую при вывязывании платочной вязки, использую только лицевые петельки, кромочная, изнаночная. Как видите, получается тот же самый эффект. Если вы продолжите с этой стороны вязать изнаночными, то у вас получается обычная платочная вязка. Но я вам все-таки посоветую из своего, так сказать, личного опыта все-таки вязать платочную вязку первым способом, то есть все петельки лицевые. Гораздо проще, удобнее, быстрее. Я надеюсь, что вам мой видеоурок помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам! Пока-пока!